Авиакомпания «Антонов» доставила самолетом Ан-225 МРИ 110 тонн комплектов для тестирования на COVID-19 из Тяньцзини, Китай, в Линц, Австрия, сообщает пресс-служба компании. В последние недели глобальный рынок грузовых авиаперевозок чувствует стремительную смену условий, вызванную значительным ограничением доступности транспортных самолетов в мире из-за повышенного спроса, а также COVID-19. При этом, авиакомпания «Антонов» обеспечила эффективное и безопасное выполнение рейса по заказу медицинского сектора. Во время пандемии Ан-225 был задействован для перевозки медицинских средств, доставляя за один рейс такой большой объем грузов, который превосходит возможности других самолетов. Лишь в 2020 году он перевез более 1300 тонн медицинских и гуманитарных грузов. В настоящее время на мировом рынке ощущается дефицит транспортных мощностей, особенно в морских грузовых перевозках, что существенно повлияло на значительное увеличение спроса на услуги авиаперевозок. Парк самолетов Ан-124-100ГП «Антонов» полностью зафрахтованный, а это значит, что наш Ан-225 с полезной нагрузкой до 250 тонн также сейчас активно востребован для выполнения срочных логистических задач для наших клиентов, сказал Андрей Благовисный, коммерческий директор авиакомпании «Антонов». Ан-225 МРИ дополняет парк авиакомпании «Антонов», который состоит из 7 самолетов Ан-124-100, грузоподъемность двух из них увеличена до 150 тонн. Также добавим, что на днях на остров Гуам, принадлежащий США, с помощью украинского самолета Ан-124 будет доставлен вертолет военно-морских сил Германии. Вертолет Sea-Lynx с именем Лэми предназначается для замены другого вертолета Sea-Lynx с именем Дасти. Вертолеты используются на немецком фрегате Bayern класса Бранденбург, который находится в Тихоокеанском регионе. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!